сегодня 7 лет надежного сотрудничества с брендом и институтом натуротерапии. Нынешнее время доказывает, насколько здоровье бесценно и насколько важно заниматься своим здоровьем именно в виде профилактики. Сегодня институт натуротерапии и доктор Сергей Арсенин, кандидат медицинских наук, член-корреспондент РАЕН и директор института натуротерапии представляет вашему вниманию супер хит телеканала Шопеншоу и, конечно, института натуротерапии – это корень лопуха. Здравствуйте, Сергей. Расскажите, пожалуйста, о корне лопуха. Я знаю, что это суперхит вашего Совершенно бренда. Верно, потому что корень лопуха – это самая главная, так скажем, трава, как ее китайцы называют, русский женьшень. Корень лопуха очищает наш организм. Вот представляете, наш организм состоит из многих-многих миллиардов клеток. И мы эти клетки не чистим практически никогда в жизни. Корень лопуха, он нужен нам, если у вас на какие-либо острые хронические воспалительные заболевания, потому что именно воспаление зашлаковывает наш организм. Если у вас заболевания органов пищеварительной системы, если у вас язвы, если у вас эрозия, если у вас какие-то нарушения обмена веществ, если у вас есть, вы готовитесь к операции, например, либо долго не заживающие травмы, ушибы, либо у вас там артроз, артрит, остеохондроз, вот корень лопуха за счет очищения организма, за счет стимуляции наших регенераторных способностей нашего организма справляется со всеми проблемами. Но корень лопуха еще за счет L-бета-аспарагина, который находится только в корне майского лопуха. Он обладает таким лимфодренирующим действием. То есть он выводит лишнюю жидкость. У вас отек, который не проходит. У вас киста, а киста – это пузырек, наполненный жидкостью, опять же, лимфатической системой. Либо у вас еще есть какие-то пастозность, отечность. Вот, пожалуйста, корень лопуха, несколько, там, 2-3 недели применения. Все! Это запатентованный состав, и это противовоспалительное мощнейшее действие против микробов и вирусов. Это регенерирующее действие, против борьба с всевозможными инфекционными заболеваниями. Восстановление обмена веществ. Самое главное, конечно же, это детоксикация. Вот та же самая, если у вас есть температура, не дай бог, если у вас сейчас вот, ну, кто-то из ваших родных и близких начинают болеть вот коронавирусом, то у меня практически все друзья моего возраста, кто-то помладше, кто-то постарше, чуть-чуть, вот они все лежат в лёжку, температура 38,5. Я им всем назначаю корень лопуха. Берете по пол чайной ложки под язык, и надо под языком растворить это все, чтобы вот эти активные действующие вещества именно под языком сосались в наш организм. Потому что почему-то вы, например, капотен – под язык, нитроглицерин – под язык. Так, почему? Потому что под языком, подъязычная артерия, она сразу попадает, вот эти активные действующие вещества, в наш кровоток. Минует там кишечник, желудок, печень. То есть взяли, утром встали, под язык взяли пол чайной ложки. И вот знаете, это очень приятный вкус. Вот захочется сразу проглотить. Нет, не глотайте. Подержите немножко под языком, хотя бы 5-10 минут. После этого можно там, когда вот все, паралотовая полость, там вот обволакивать, да. Вот тогда можно уже выпить, запить стаканом воды. Ну, я 10 минут молчать не могу, поэтому, друзья, должна сообщить вам срочно важную новость. Сегодня это главный товар дня. Вы звонили, вы просили вновь презентацию концентрата корня лопуха. 4 штуки у нас в комплекте за 1499 рублей. Это цена, которая действует только один день на телеканале Шопеншоу. За 6 эфирных дней предыдущих было продано более 20 тысяч таких комплексов. Посмотрите, 4 штуки в комплексе. Ну, есть у нас и варианты, как взять одну банку за 799 рублей, но выгода очевидна. 4 банки за 1499 рублей. Я знаю, Сергей, что у вас очень серьезное производство бренда из Совершенно института верно. Натуротерапии. У нас научно-исследовательский институт. Мы занимаемся именно научными разработками. У нас нет такой, знаете, как, чтобы там конвейер, как там в водочном цехе ехал, бутылки запаковывал. Я лично занимаюсь новыми разработками. Мы лично смотрим, видите, в стерильном условиях. Разрабатываем новые экстракты, соединяем их, тестируем и тестируем вместе с новейшими достижениями медицины. Это не просто так, травки-муравки. Здесь экстракты трав. То есть это не измельченная какая-то трава, положена вот в этот наш на концентрат. Это именно вот экстрагирование. То есть надо переработать, как знаете, чтобы получить один алмаз, надо переработать 100 тонн руды.
Вот здесь 100 тонн вот этой травы перерабатываются, чтобы получить вот эти самые экстракты. Поэтому вот этот корень лопуха, последний раз он был в начале декабря, понимаете как? И все, кто его взял перед Новым годом, выпил его в Новый год, у кого он был, вот они этим коронавирусом, мои все пациенты. Вот ко мне обращались пациенты, говорят, доктор, как перед Новым годом? Могут будут приходить много друзей, знакомых, там родственники приезжают, новогодние праздники, как защититься? Корень лопуха, потому что это главное средство защиты нашего организма. Вот у меня и сейчас... все пациенты, кто у меня принимал корень лопуха, никто не заболел, понимаете как? И даже сейчас, вот мне вчера позвонила там знакомая, девушка 35 лет, коронавирус. Два дня назад там позвонил друг, коронавирус, 52 года ему. Друг другой у меня, младше меня на год, лежит уже две недели, температура 38,5, а ему всего лишь навсего 46 лет, понимаете как? Я ему опять говорю, бери под язык, начинай применять. Насколько нам хватит этого комплекса, сразу один вопрос. Один месяц применения одна банка, то есть это на 4 месяца. Январь, февраль, март, апрель, до весны вы закрываете проблему с этими всякими коронавирусами. А почему называется концентрат? Потому что здесь именно концентрированная форма. Здесь нет сахара, его можно при сахарном диабете, его можно взрослым и детям, потому что это натуральный пищевой продукт. Это не лекарство, это не БАДы какие-то, не какие-то добавки. Это концентрированный специальный продукт для восстановления ваших жизненных сил. Вот у меня у знакомой в Воронеже, ей назначили операцию на конец января. И она сейчас сидит дома, она боится даже выйти на улицу, заболеть, потому что это же страшно перед операцией, не дай бог схватить коронавирус. Вот как ей помочь? Как вот помочь он, таким вот людям? Вот он, корень лопуха. Потому что корень лопуха — это такой умный доктор, который за счет очищения организма. Вот вы приходите к врачу, и вам врач говорит, у вас анализы, это хорошие, все у вас нормально. А вы говорите, какой доктор нормальный? У меня сил нету, я болею постоянно, у меня руки, ноги не ходят. Вот корень лопуха, он не будет с вами поступать. Он найдет вашу проблему и будет ее решать. Друзья, вопросы из колл-центра у нас накаляются, там страсти. Друзья, вопрос у нас, можно ли при сахарном диабете? Можно, конечно, потому что здесь нет сахара вообще, в принципе, он сделан на фруктозе. Друзья, у нас с вами сегодня просто сенсационное появление легендарного корня лопуха. За 1499 рублей сразу 4 банки вы получаете сегодня. Это курс на 4 месяца. Звоните и заказывайте прямо сейчас.